Мастера на все руки. Их задача – безопасность и порядок в аэропортах, на железной дороге и крупных водных артериях. Сегодня день образования отряда отмечает ОМОН на транспорте – уникальное спецподразделение Управления Росгвардии по Самарской области. В нем служат бойцы высочайшего уровня подготовки по самым разным направлениям. Отряд был образован 7 апреля 1993 года. Во время Первой Чеченской он оборонял железнодорожные станции, мосты и аэропорты Чечни и Дагестана. Позже бойцы спецподразделения также обеспечивали охрану транспортной инфраструктуры на Олимпийских и Паралимпийских зимних играх, саммитах и чемпионате мира по футболу. Только в 2019-м они участвовали в 850 спецмероприятиях. В нашем отряде имеются кинологи, инженеры-саперы-водолазы, командиры катеров, мотористы. Потому что в силу своих функциональных обязанностей отряд выполняет задачи, в том числе и на акваториях. На водных объектах приходится работать не только на воде, но и под водой. Кроме нас эту работу больше никто не может выполнить.